Так, покажу, как забивать номера быстро. Номера возвратных накладных. Так, открываем таблицу самовывоза. Так, вот на 12 обрывается. Как это делается? Все очень просто. Я скидывал папку, вот такую, где все есть. Вот, и советую тебе тоже ввести ее, это очень удобно. Вот, в поисковик просто вбиваешь номер, 4 rooms, открываешь, копируешь, закрываешь, вставляешь. И вот так просто по очереди. Все. И спокойно забиваешь. Вот здесь видишь, я всегда подсвечиваю одинаковые. То есть, если как бы один заказ, но там два товара разных, мы типа разными строками забиваем. Соответственно, ты просто потом можешь вот так вот скопировать и все. Вот и все, и вот так идешь. И так далее, до самого низа.